Это что? Оптическая волна делала бы внутри кристалла что-то похожее на дифракционную решетку. Когда вы берете дифракционную решетку, вы знаете, что у вас центральный максимум и два в стороны. Правильно? Так вот, меняя частоту волны, я менял бы расстояние между ячейками решетки. Когда у вас меняется расстояние между ячейками решетки, эти два луча расходятся разные стороны. Да, да.
самостоятельно изготовлена конструкция? Да, один студент готовил. Это шаровые опоры, это... Нет, это... От чего? Это стандартная какая-то шаровая опора, я не знаю. Да, это... не в курсе, да? Нет, это не какая-то особая, это просто... Пластик, скажем так, большой. Сами штучки написаны на другом 3D-принтере? Телеграм, Вайбер, все есть. Они там по 11 дней. Вы говорили, что нет, мы электронику объедем. Витя! Мы больше по нему механику присутствуем. Так это же механическое. Здравствуйте! Нет, двигатель мы просто заказываем. Хорошо. Вы слышали меня? Нет, я вас не понимаю.